сержант армии США Боуи Бергдал, обвинявшийся в дезертирстве, по решению суда, вынесенного в пятницу, уволен из армии, лишен звания и снят довольствия, но при этом избежал тюрьмы. Президент США Дональд Трамп так прокомментировал судебный вердикт в своем твиттере. «Решение по сержанту Бергдалу – полный позор для нашей страны и наших военных». На эти слова отреагировал адвокат Бергдала. Беспринципное стремление президента Трампа нагнетать атмосферу линчевания, в то время как он занимает высший государственный пост, бросает тень на это дело. Каждый американец должен быть оскорблен нападками Трампа на справедливое осуществление правосудия и его презрением к основным конституционным правам. В 2009 году Бергдал самовольно покинул военную базу США в Афганистане, где нес службу, после чего был захвачен талибами и провел в плену 5 лет. 3 года назад он был освобожден и вернулся в США. Дело Бергдала было одной из важных тем предвыборной кампании Дональда Трампа, который называл тогда сержанта предателем и призывал расстрелять его.